Привет, ребят. Уверен, сейчас многие из вас кинутся в комменты и начнут писать, что за дела, перезалив. Не знаю, конечно, по какой причине. Это все хейтеры. Но наш видос с лабиринтом для подписчиков взяли и заблокировали, а мы в него вложили столько времени, сил, душу в конце концов. Ребята, давайте максимальный репост этого видео назло всем хейтерюгам. Лабиринт, ребята, мы доделали, он получился настолько внушительным, что аж мне самому нравится. Подписчикам, я думаю, он понравится тем более. Сейчас мы делаем пост в Инстаграме, зовем подписчиков, все желающие примут участие, походят по этому гигантскому лабиринту. А вы, ребята, на будущее, если хотите также принять участие в одном из следующих наших видосиков, подписывайтесь на Инстаграм. И как только мы соберемся снимать очередной видосик с подписчиками, у вас, ребята, будет просто огромный шанс принять в нем участие. Перед тем, как пойдут подписчики по нашему лабиринту, первым пройдет мой 5-летний сын. Посмотрим, как маленький ребенок справится с лабиринтом, а потом уже будем делать выводы, что нам доделывать, переделывать, для того, чтобы принять детей, людей постарше. Ты что, Глеб, давай? Да. Понеслась? Да, иди. Тупик. Прошел. Посоветовались мы командой и решили, что подписчики Лабиринт будут проходить с повязками на глазах. Причем, кстати, мы даже устроим соревнования между мальчиками и девочками, для чего уже отобрали по 3 человека. Проверим, что же круче, женская интуиция или мужская логика. Поехали. Короче, ребята, вы на Live Today, я думаю, вы видите уже тут обозначение, за вашей спиной гигантский лабиринт. Сейчас мы по нему пройдем, погуляем, вы на него посмотрите, но когда будем проходить этот лабиринт, мы будем проходить его с закрытыми глазами, для чего у нас есть такие вот повязочки на глаза. Короче, проходим лабиринт вслепую, но идти будете вы не по этому лабиринту, а мы его сейчас немножечко переделаем. Сейчас за 2 минуты вы выйдете на улицу, мы тут 4 картоночки перекрутим и потом пойдете. Сейчас просто походим по лабиринту, вы посмотрите, какой ширины тут проходы, позапоминаете их приблизительно, для того, чтобы вам в будущем с закрытыми глазами было проще пройти. Ну и самое интересное, и самое главное, как для любого видоса, у каждого соревнования есть призовой фонд. У нас он будет одному победителю. Проигравшие уходят ни с чем, победитель уходит с косарем баксов. Все довольны? Так вы еще не выиграли. Так, ну давайте сейчас пойдем по лабиринту, походим, посмотрим на него. Не, вы, конечно, молодцы, запоминайте, где тупики, но они потом будут переделаны немного. И будете прикручивать на эти? Вот. Ты думаешь, ты проломаешь? Или ты будешь бежать просто прямую, прокладывать себе дорогу? Красавчик, твоя стратегия понятна, надо его изучить сначала. Диана, ты, конечно, можешь ходить запоминать, где тут тупики, но сейчас эти тупики будут немного в других местах. Вижу цель, не вижу преграды. Короче, походили, посмотрели. Простой лабиринт, с закрытыми глазами будет посложнее. Все, идем на улицу, вы выходите на улицу. А, кто первый? Первому кому? Девочкам, мальчикам? Девочкам. Девочкам. Вход у нас будет теперь в другой стороне. Ладно. Нагляднее всегда понятно. Сейчас покажу, ребята, что же мы переделали в нашем лабиринте. Переставили всего лишь 3 карты. Во-первых, вот здесь вот у нас был тупик. Эту карту мы переставили и закрыли ею вход. Точно так же мы поменяли выход. Эту карту переставили сюда. И еще одной картой мы изменили тупик в лабиринте. Итого у нас получился путь правильного прохождения лабиринта в 2 раза больше, чем был до этого. Подожди, подожди, не спеши. Сейчас мы тебе подцепим микрофон. Все, это сама оденешь. Блин. Спокойной ночи. Спасибо. Первый пошел. Поворачивай направо. Блин. Все, ты прошла, ты зашла в лабиринт. Огонь. Вообще. Вперед. Шикарно. Время пошло. Спасибо. Видишь, вход уже с другой стороны. Угу. Я ж ничего не вижу. Так на то и расчет. Так, вот поворот. Стоп. Все, иди. Ой, мне это страшно. Раздеваться? Ты не туда пришла. Мы снимаем другое видео, у нас развлекательный контент, Диана. Извините. Я тебя сейчас заведу. А, хорошо. И потом ты идешь на выход. Направо. Время пошло.
Блин, да, зашла в тупик. А где я? А я не помню, где я. Ты в лабиринте. Когда я там уже выйду? Все, зашла в тупик. А можно хотя бы примерно сказать, куда идти? Ну, я ничего не вижу. И тут тоже стена. Диана, не ломай. После тебя еще ходить. Все, да? Блин, когда я выйду? Скоро, ты уже на входе. В смысле на входе? Блин, я тут была уже. Или нет? Я вышла? Нет? Нет, не вышла. 4.20. Молодец. Ё-моё. 4.20 это хороший результат, особенно для первого человека. Все? Или нет? Нет, стенка опять. Мне кажется, я медленнее всех пройду его. Та-дам! Стопэ, 57 секунд. Все, все, успокойся, снимай. Половина лабиринта разломана. На тебе повязку на глаза. Условия помнишь? Да. Пройти лабиринт. Угу. Все, порядок? Да. Видно все? Да. Пошли, я тебя проведу. Переступаем порог. И время пошло. Давай. Так, подожди, Святослав. Вот тебе микрофон. Поехали, я тебя сейчас завожу, стой, поворачиваем, стоп, сейчас я включаю время, все, пошло, время. Я потерялся в пространстве. Я сейчас все тут снесу, походу. Яйца? Ё-моё. Он на выход вышел. Обратно. Че? Это выход. Да блин. Та-дам! Та ядринь! Я заблудился. Ой. 5.47. Все. Пятьдесят пять. Ровно. 3 пятерочки. Значит, у нас мальчики, на удивление, показали результат. Не шуми. Все мальчики показали результат хуже, чем все девочки. Худший результат у девочек 4.20, лучше 57 секунд. У мальчиков с 4 минут никто не выбрался. Ну, мы поздравляем победителя. Давай, победитель. Лабиринт мы знаем наизусть, Женя там сверху сидел, 10 раз его снимал. Короче, этот мальчик обещает пройти лабиринт за 10 секунд с закрытыми глазами. Давай, заходи. Шаг, шаг вперед. Стоп, 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 братан. Осталось 9 секунд его подержать. Ты же знаешь, я всегда так прохожу. Ну давай, за 10 секунд. Готов? Да. Поехали. 10 секунд. Я потом посмотрю. Где я? 37, 37, 38.
Все, ребята, лабиринт все прошли. Диана победила, она заняла первое место. Второе место показала Маша. Третье место Святик. Четвертое Софа. Пятое Валик. И последнее, шестое, почетное Денис. Если вам понравился кто-то из участников, мы делаем сейчас рекламу. Подписывайтесь на их инстаграмы. Так, каждый поднял телефон и показываю. На кого подписаться надо? Так, ну что, ребята, запомнили? Подписываемся на наших участников, подписываемся на меня. А пока, пока-пока.